Номер лота 0410, мотоцикл Honda CBR 1100, Blackbird, Drost. Такой вот синий красавчик, целенький, ровненький, полностью комплектный. Есть мелкие потертости, незначительные, поворотничек целый, притемненное ветровое стекло, все целое. С второй стороны также небольшие потертости, на зеркале есть, на ухе. Поворотник целый, фара прозрачная, целенькая, все хорошо, переднее крыло. Также есть небольшие здесь потертости, незначительные, передняя покрышка новая стоит. Вилочка сухая, без запотевания абсолютно. Тормозной диск ровненький, без рипборда, все хорошо. Боковой пластик. Небольшие потертости есть, незначительные такие, но целый, нигде не ломанный. По баку нареканий никаких нет. Стоит нестандартный руль. Крепление под телефон. Пульты все целые, все хорошо. Так, стандартная полностью выхлопная система. Пластик целый. Такой вот багажничек с креплением под кофром. Да, укомплектуем его кофром каким-нибудь. Задние поворотники, стоп-сигнал, все целое. Задняя покрышка также новая. Тормозной диск в хорошем состоянии. С этой стороны по пластику недочетов никаких нет. Небольшая здесь потертость на выхлопе есть. И также здесь сидушка вся целая, без нареканий. Подножки, лапки все целые, армированные трос сцепления. По баку недочетов нет, пластик. Ну, здесь вот небольшие мелкие потертости есть. Пробег 44 тысячи километров у мотоцикла. Двигатель прокручивается. Крутится без посторонних шумов. Далее нужно позаниматься по электрике. И будет запускаться. Очень интересный, хороший вариант. Готовим к отправке.